У нас похолодало, и пришло время одеть спортивный костюм. Но он более не спортивный, он прогулочный. Смотрится очень даже неплохо. И я его покупала, Ивановский трикотаж. Не помню, если честно, на каком сайте, но у меня обзор есть на канале. Многим он нравился, но я купила себе еще и в коричневом. Нет, не в коричневом, а в таком шоколадном цвете. Точно такой же. Сейчас покажу. Точно такой же, только шоколадный. Шоколадного цвета. Здесь идет надпись «Круглый ворот», манжетик. И спереди у нас нет манжета. Но по бокам и спине манжет есть. Плюс немного приспущен. Кому не нравится, не покупайте. Мне понравилось, и я купила. А штаны на манжете. Очень хороший костюмчик. Плюс приобрела еще махровую простыню. Теплую, классную. Она у нас пойдет на конкурс. Скоро я объявлю конкурс, и, девочки, давно не было подарков для вас. Будут подарки как раз. Конкурс простой, как обычно. Нужно будет подписаться, и там небольшое условие. Вы знаете. На ногах у меня будут сейчас кроссовочки. Пойду схожу, куплю горшок для драцену. Я пересаживала. Не понравилось мне, как получилось у нас у горшка размер. Предлагаю, девочки, со мной зайти в Ашан. Ну, а вы со мной посмотрите. Возможно, вам что-то тоже захочется приобрести. Вы зайдете и купите. Затем я планирую сегодня зайти к подруге, так как она у меня уже была в гостях, а я еще нет. Она получила квартиру. Ну, как получила? Купила квартиру. И мы сегодня с ней девичник устроим. Еще должны девчонки одноклассницы подойти. Это она у нас одноклассница, мы вместе учились. Раньше, когда я приезжала в отпуск в Саратов, мы всегда встречались с ней. Ну, а теперь я здесь постоянно буду жить в своем любимом городе, причем родном. И мы будем встречаться чаще. Так, я думаю, что мы, наверное, не будем снимать наши посиделки девичьи. Хотя я понимаю, что вам будет очень интересно послушать, о чем мы говорим, что мы вспоминаем. Но девочки боятся негативных комментариев, поэтому они отказались сниматься. Вот, сами понимаете, что ваши комментарии просто отпугивают людей. Смотрите, какой симпатичный салат. Правда, цену на него я не вижу. Но такой крупненький. Может быть, он в другом месте будет цена. И грибочки с шампиньончики. Самое милое дело на маринование. Маленькие. Но здесь же есть вот и побольше, покрупнее. Есть ли упаковки? Так, на развес по 149 рублей. Давайте с вами пройдемся, посмотрим, что у нас с кондитерской. Так, у нас здесь скидочные конфеты, птичье молоко, 460 рублей. Здесь тоже птичье молоко, настоящие пишут. Здесь цены нет на эту конфетину. Умка, помните, раньше были умки, 670 рублей, сейчас 437, скидка. Инжир. Ой, какая вкусняшка. 500 рублей 10 копеек. Это все за 100 грамм пишется. Так, что у нас здесь? Чернослив я обожаю. Вот инжир в шоколаде я не ела. Кто пробовал, скажите, вкусно или не стоит? Чернослив ела. Здесь вот тоже чернослив 490. Ела. Манго. Манго это что-то новое. Нет, не пробовала даже. Нужно будет попробовать. Это у нас, наверное, абрикосы, да? Нет, груша. Грушу в шоколаде не пробовала. Столько я много потеряла. Финики. Финики я ела. 520 рублей. Здесь у нас
Козинак. Боже мой, какой малюсенький. Козинак, конфетки в шоколаде. Выставили новый стенд. Шпроты 168 в масле. Говядина, то, что у нас 124. Погребок. Огурчики 59 сегодня. 119. Помидорки 59. Посмотрите, какие симпатульки. Нужно будет заехать и обязательно приобрести. Томаты цельные. Леча 89 рублей. Зеленый горошек. Интересная фирма. Я такую ни разу не видела. А, 600, так они изменили дизайн. Понятно. Здесь же макароны различные. Кускус с овощами. Суп песто. Ни разу не пробовала. Нужно как-нибудь сделать. Соус желтый из тыквы. Очень даже мило. И кокосовое молоко. Кокосовое молоко 179 рублей. 500 миллилитров. Купила я горшок, купила землю. Выбирала долго и горшок, и землю. Почему? Потому что в приоритете у меня были горшки именно широкие, не расширяющие кверху и не сужающие снизу. Короче, покажу. Тащу землю, тащу горшок. Помогайте, девочки, помогайте. У нас тепло. 25-26. Так, девочки мои милые, повтор. Смотрите, пересадила же я драцену, да? Горшок. Вот он буквально вот на столечко он, ну вот, вот прям вот сантиметра два он больше. Это мало для такой драцены, она высокая. Я купила сейчас для пальм, фикусов, юки и драцены питательный грунт. У меня есть керамзит. Я взяла две упаковки, потому что горшок я купила побольше. Вот это значительно побольше горшок, потому что мне кажется, вот этот горшок прям вот в самую точку. Иначе он будет маловат и толку не будет никакого. Так, внутри я засыплю керамзитом, ну вот так вот где-то. Сделаю отверстие, потому что отверстия, как обычно, нет. Есть поддон вот такой вот. И я сказала, что у меня есть требование к горшку, чтобы горшок был вот практически снизу, не расширялся кверху, чтобы он переходил плавно. Видела я очень красивые горшки сейчас. Они были, знаете, прям вот как цветочек, форма цветочка. Очень красивые здесь с вензелями, но это неудобно, потому что когда мы ставим в саду друг к другу цветочки, вот здесь вот расширяется и не дает встать рядом. Нужно будет расстояние делать вот такое, даже больше. Потому что у одного будет так и у второго так. Короче, не вариант. Буду сейчас пересаживать. Уже как пересаживать не покажу, потому что все это одно и то же. Все то же самое перевалочкой будет. И опять его искупаю, так как буду пересаживать. Ой, страдалец мой. Но также лучше, девочки, правда? Я не могу оставаться спокойной, если я что-то не доделала или сделала не так, как нужно. Теперь горшок подходит для этого цветка. Между стенками и корневой системой сантиметра, наверное, так, 4, самое то, что нужно. И цветок гармонично смотрится с этим горшком. Не знала, что у драцены такая корневая система, но с другой стороны, я ее не пересаживала уже, как я говорила, давно. Все, все хорошо, теперь ее можно отнести в зимний сад. Я попрошу Александра, Саша, отнеси ее, пожалуйста. Теперь она стала
Тяжелее, горшок больше, земли больше. Но главное, что цветочку хорошо.